Здравствуйте, дорогие друзья, я поздравляю всех с началом нового сезона Лион второй лиги. Начинаем с серебряного дивизиона. Совсем недавно Липецкий Металлург и Краснодар 2 выступали в золоте, но синхронно этот дивизион покинули и теперь будут бороться за возвращение в главный дивизион Лион второй лиги. И экстренная замена, как мы помним, Вячеслав Гордиенко, номер 14, в стартовом составе заменил Григория Борисенко. Главный тренер хозяев Максим Ромащенко. Поехали. Стартовые минуты, стартовый отрезок. Это всегда интересно. Борьба за инициативу. Продолжается атака Краснодара левым флангом. Удар поворотом следует. 1-0. Краснодар 2. 1-0. Роскошный удар из-за пределов штрафной площади. И бессилен здесь Еворский. Это кто же такую красоту на старте матча и старте сезона положил? Невероятно! Эдуарда Багринцева перехватили мяч в итоге хозяева. Прихватили и перехватили. А дальше есть подключение по правому флангу. Подача 1-1! Как же быстро хозяева отвечают! Денис Семин ударом со второго этажа сравнивает счет. Ну, на мой взгляд, крепкий крайний защитник Краснодара 2. А в недавнем прошлом краснодарской молодежки выше ворот. Какой момент у Бушуева! Мяч кого-то из краснодарцев задел, а значит будет угловой. Так вот, крепкого крайнего защитника краснодарцев Александра Куликова. Он предупреждает полевых игроков обеих команд не толкаться лишний раз. Иначе сразу свисток и сразу фол. Подача! И в перекладину мяч попадает, отскакивая не за линию ворот, конечно же. Атака Краснодара продолжается. Еще одна подача Ковалевского. Мацола! А не было ли здесь толчка в спину? Не было! Да и бог с ним, потому что Краснодар забивает! Во-первых, вот этот момент. Удар практически в упор от Умникова. Но посмотрите, что происходит дальше. И вот здесь посмотрите. Наверное, чуть побаиваясь Гордиенко ударить Мацолу, уже падающего Мацолу, в мяч не сыграл. Сыграл с Гордиенко. Дальше коротких. Пахомов. Хорошая игра в стенку. Не было ли офсайда? Был, но в любом случае, находясь в такой роскошной позиции, Арустамян, пожалуй, имел полное право пробить поворот. Ну и приходится 36-му номеру зажигать свечу. Липецк в прессинге снова сработал здорово. Арустамян под левую убирает, бьет в дальний. Голиков! Добиванию не быть! Голиков отбил мяч в сторону, но вроде бы не сильно. И визуально даже показалось, что сейчас могут липчане мяч в ворота внести. Но нет! Проскочил. Через правый фланг пока атакует Липец. Подача в штрафную. Хорошая. Мацола. Скидка. И что здесь? Липчане чуть ли не всей командой показывали судье, что мяч в руку попал. Расстояние от мяча после касания Мацола до корпуса Умникова было небольшим. Опасный удар поворотом. Голиков вступает в игру. Ну и вот такое ощущение, что есть установка у атакующей группы футболистов. Высоко, кстати говоря. Здорово! Пахомов! Голиков! Голиков не позволил в очередной раз случиться голу! Семин принимает мяч. Один в один остается против защитника. А Рустамян на точность! Голиков дотягивается! Но надо сказать, что удар получился не очень сильным. И Голиков успевал переместиться. И оголилась здесь центральная зона у Краснодара. Арустамян! Арустамян! Выход один на один! Голиков! Он невероятную игру сегодня показывает. Просто невероятную. Какие мячи забивает Умников, так и Голиков. В воротах летает уже как Мануэль Нойер. Смотрит на тех, кто располагается и в штрафной, и на линии штрафной. Кто будет вбегать, а кто уже там. Удар! И на этот раз Голикову на помощь приходит защитник. Сильный прострел. Бушуев. 71-я минута заканчивается. Похоже, во втором тайме у нас без водопоя обойдется. Мудрак! Мудрак! Проникающая передача! И здесь уже падая, теряет мяч из виду Дорофеев. Встреча очень насыщенная. Давненько уже без голов, но вот Бушуев старается изо всех сил. И партнеры тоже стараются.
Он даже удар в упор из офсайда берет намертво. Голиков — это что-то с чем-то, дорогие друзья. В хорошем смысле. Рощин. Пробил поворотом Рощин. Створ попал. Голиков на месте. Варустамяна снова. Посмотрите, как бегают глазки. Адресат ищет. Удар! И вот его первая, по сути, серьезная ошибка в матче. Приводит к голу Дмитрий Бушуев. 2-2. Первый гол этого нападающего в составе липецкого «Металлурга». Даниил Голиков не рассчитал силенки на выходе. Липецк провел замечательный второй тайм. Наверное, это тот самый футбол, который хочет видеть от своих подопечных Максим Ромащенко. Ну и как и в контрольных матчах, «Металлург» сегодня забил больше одного мяча. Правда, забить три не получилось. И благодарят тренеры друг друга за эту прекрасную футбольную дуэль.